будем, извините. Значит, песня будет Евгений Исакевич. Это автор, который сейчас живет в Питере. Раньше жил в Апатитах. Песня посвящена детскому клубу любителей лошадей. Правда, как говорит автор, в этом клубе лошадей не было, но было очень много детей, которые все лошадей любили. Я хочу кататься на лошадке, чтоб лошадка добрая была, чтоб она училась без оглядки, в чем лошадку мама родила. Мчаться с луны сладкий рукопашный, и ногой не чувствовать тепло, и чтоб было весело и страшно, и чтоб было ей не тяжело. Спасибо.